Чувашии завершается год матери и отца. Самые дружные и крепкие семьи стали героями наших репортажей. Светлана и Владимир Михайловы из Янтиковского района стали родителями для 7 детей. Настя и Маша все делают вместе. Играют на музыкальных инструментах, поют на сцене, занимаются рукоделием. Живут они в большой дружной семье Михайловых. Если говорить о семье Михайлова, действительно, тут дети, наверное, берут пример вот с родителей. Они, вот Маша и Настя, они говорят: «Мама, мама». Это, когда вот я даю ему на тему рисования, на тему «Моя мама», там «Моя семья», Маша рисует, мама всегда рядом. Вот мама рисует и себя показывает, что это моя мама, постоянно у нее вот такие слова. Но так было не всегда. В этот уютный светлый дом девочек впервые привели несколько лет назад. До этого они жили в интернате. Настя и Маша до сих пор помнят свою первую встречу с приемными родителями. У нас был тихий час. Потом воспитательница подошла и разбудила нас. Там стояли как незнакомые люди. Она сказала нам их называть мамой и папой. Потом они ушли и сказали, то, что скоро вернутся. Мы ждали их. Светлана и Владимир Михайловы вернулись и забрали сестер сначала на каникулы, а потом навсегда. Первый раз она нам шоколадку дала. Мы ничего сначала не понимали, но потом нам воспитательница все рассказала. Потом второй раз мы с радостью к ним прибежали, потому что мы ее долго ждали. Так девочки вошли в семью Михайловых. Супруги вместе больше 30 лет. До Маши и Насти у них уже были Артур и Алевтина. Позже появился Сергей. Родной сын Светланы и Владимира уже живет самостоятельно. Воспитанием мужчин в семье занимается папа. Он работает водителем школьного автобуса. Любовь к автомобилям, да и к технике в целом, Владимир передал Артуру. Молодой человек учится в Канашском энергетическом техникуме. На учебу каждый день ездит на своей машине. Ну, могу коробку снять, разобрать ее, обратно собрать, не знаю, там движок разобрать, собрать могу, там, с электроникой, подсветку там. Ну, это доставляет мне удовольствие. А недавно в семье Михайловых появилась вторая Настя – маленькая помощница. Пока старшие девочки вяжут, вышивают крестиком, она осваивает букварь. Ходили в лифта высокие ели. Не спеши. Воспитывать детей – это большая радость, говорят супруги Михайловы. Жаль, что не все это понимают. Забота друг о друге, совместный труд, любовь – так создаются семейные традиции. Для них тоже кто-нибудь должен добро делать. Вот из-за, смотря на это, мы тоже хотим такое добро сделать. Поэтому воспитываем детей. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.